молчишь? Ну, опять опоздала. До последнего клиента, ты же знаешь. Как всегда, накрутил себе что-нибудь? Я в душ, хорошо? А ну, конечно. Легко тебе обвинять. Слушай, я возьму маме шампунь. Надеюсь, она будет не против. Я могла бы сказать, что я там только из-за денег работаю. Но это не так. Мне просто нравится танцевать. Con la Virgine in prima fila e bocca di rosa poco lontano si porta spasso riprese l'amore sacro l'amore profano. Меня уже больше не влезает. Ты хоть запоминай. Академиком у меня будешь. Долгое время считалось, что для натуральных показателей степени эту формулу, как и треугольник, позволяющий находить коэффициенты, изобрел Блез Паскаль, описавший ее в 17 веке. Однако историки науки обнаружили, что формула была известна еще китайскому математику Яну Хуэю, жившему в 13 веке, а также исламским математикам Ат-Туси 13 век и Алкаши 15 век. Исаак Ньютон около 1676 года обобщил формулу для произвольного показателя степени дробного, отрицательного и других. Из биномиального разложения Ньютон, а позднее и Эйлер выводили всю теорию бесконечных рядов. Бином Ньютона. Формула для разложения на отдельные слагаемые целые неотрицательной степени суммы двух переменных, имеющая вид А плюс В в степени n равняется n деленное на 0 умноженное на А в степени n плюс n деленное на 1.